Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Против всех». Несмотря на успех первого сезона сериала «Против всех», продюсеры проекта не спешат его продлевать. Официальных заявлений по этому поводу не было. Хотя актеры готовы вернуться на площадку для создания новых серий. По словам Николая Добрынина, исполнителя главной роли деда Захара, для него картина стала очень родной и дорогой сердцу, поскольку считает, что главное в жизни – семья, которая должна быть вместе. И для актера было бы настоящим подарком продление сериала на второй сезон. Неофициальные источники утверждают, что сценарий для новых серий уже написан, и съемки начнутся весной 2023 года, если все пойдет по плану. Премьера второго сезона «Против всех» может состояться уже осенью 2023 года, как только появится новая и достоверная информация от создателей проекта, мы расскажем об этом в наших видео. Если вам понравился сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.